Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусное варенье из черной и красной смородины. Варится оно очень быстро, получается очень вкусным. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! В широкую миску высыпаем 1,5 стакана черной смородины и столько же красной. Вливаем 1 стакан воды и отправляем на плиту. Доводим до кипения на сильном огне. Затем выставляем средний огонь и варим ягоды ровно 15 минут. При этом содержимое миски периодически перемешиваем. По истечении времени огонь выключаем и добавляем в полученную массу 3 стакана сахара. Подсыпаем его поочередно, чтобы было удобнее мешать. Размешиваем до тех пор, пока сахар не растворится полностью. Нагревать или кипятить варенье больше не нужно. Просто даем ему постоять 10 минут, чтобы окончательно разошлись все кристаллики сахара. Затем еще раз хорошо перемешиваем и разливаем в теплом виде по сухим стерильным банкам. Закатываем и сразу убираем на хранение в прохладное место. Переворачивать и укутывать банки не нужно. Из указанного количества продуктов получается почти 3 пол-литровые баночки. Вот и все. Очень вкусное варенье из черной и красной смородины готово. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.